Всем привет! У нас продолжается ремонт бортовой. В прошлом видео мы столкнулись с такой проблемой, как выпрессовать гильзу. Видео будет по подсказке. Я посетил 3 кузни с большими крутыми прессами и нигде помочь не смогли. Но один замечательный человек написал комментарий, как можно это сделать своими силами. Большое ему за это спасибо. Сейчас будем поступать следующим образом. Рассказывай, расскажи. Да, будем гильзу внутри обваривать кольцами через 2 сантиметра. Сама гильза, налаживать швы. Наложим их, я не знаю, тут вот один сейчас, два, ну штук 6-7 швов. Швы стянут гильзу, она уменьшится в диаметре и легко выбьется, даже без нагрева. Вот согнули электрод, сейчас навариваем швы. Затем приварим сюда пластину, ну, чтобы не рисковать вот этой вот деталью, для того, чтобы выбить. С обратной стороны вставим вал и ударим. Ну что, еще? А ну-ка, швы. А ну подсвети электродом или чем-нибудь. А ну сильно ярко будет электродом. Так, вот такие швы. Получились корявенькие, но неудобно. Сейчас будем пробовать выбивать. Сейчас таким образом приварим вовнутрь пластину, чтобы было как выбить. Все у нас готово. Сейчас остудим и будем выбивать. Парует. Здесь еще важно выбить штифт. Мы его выбили. Штифт выбивается в гильзу просто. Штифт, да, вовнутрь, в гильзу. Готовы? Пробуем. Пошла. Вообще без проблем. Гениально просто. Нет, оторвалась пока пластина. Ну, гильза пошла. Да, если бы сейчас бы прикрутить сюда, ну четко бы. Пошла, видишь, насколько. Да, пошла вот полмерки. Да. Ну. Идет, давай. Хорошо вообще. Да, сейчас выйдет. Стой. За этот поддон уперлась. Все, выпрессовали. Для первого опыта очень все гладко получилось. Теперь новую гильзу просто забьем, нагреем корпус паяльной лампой и аккуратненько через деревяшку забьем новую гильзу. Еще раз спасибо зрителю, который подсказал. Всем пока!